Как тебя звать? Здравствуйте. Значит, ну, на что либо взглянуть увагу под час работы над этой пьесой? Основные могут выучить. Значит, первое. Ты требовал вызначить фактуру твора. Ну что такое фактура? Тут есть мелодия, тут есть аккомпанемент, тут есть бас. И то есть, поскольку фактура арпеджированная, то треба в первую чергу выделять мелодию, в другую чергу бас, уже третью чергу аккомпанемент. Мы гитаристы любим играть. И не зразумело, где у нас мелодия, да? Значит, вот у меня чёрность, да? Где проходит мелодия. Значит, на початку можно сыграть с опорой. А другую нотку одноносно-моцной доли можно не играть. Вот попробуй с самого початку сыграть верхнюю с опорой. Вот сначала просто поиграть пальчиком А с опорой. А бас как бы по диагонали 45 градусов. Не вниз, а вот она. Ну вот хотя бы так. У некоторых детей побудова анатомичная такая, что тяжко сыграть что-то с опорой. Альбо и бас, и мелодию с опорой играют. Ну вот у Насти отремливается ограду с опорой и бас, да. Ну, попробуйте. Вот и все, веру, далее. Все вот так и треба учиться. Ну. Самый ведьми важный момент. Так, вот другий такт, у нас мелодия проходит и педализируется. Нотка си и ре повинны звучать. Ты играешь си, ре и что? Заглушаешь пальцем левой руки нотку си. Вот поскольку у нас мелодия на первой открытой струне, то тут можно не играть с опорой мелодию, а сыграть бас с опорой. Да? Вот я играю больше. Попробуй так само. Вот с опорой играем, так? Рисочка такая, думаю. А вот тут можно сыграть бас с опорой. Вот это место я тебе в кружочек беру, как тут не бывает сигнализация гармоничная, разом смежала. Ну, давай еще раз самую початку. Не забывай, что ее все аккомпанирует. Там в четвертом такте так званые французские лиги. Так званые французские лиги. Это что значит? Играем нотку соль, фа, диез, и повинна звучать вот эта фигурочка. А ты играешь... Ты заглушаешь, да? Она потребная фидализация. Вот попробуй. Бачу, уже ходит тут проблема. Вот когда будешь его с докладчиком разбирать, вернись на эту увагу. Далее пошли. Давай вот четвертый. Вот отсюда начинается крещендо.
паре подобные, да, могут попробовать что-то сыграть. Вот, знаешь, забушевал. Вернуть увагу на это. Другой момент. Это пьеса кантеленного характера. А что такое Нарцисс? Пьеса. Ночная песня. Отсюда уже его можно звезд этой музыки. Некий интимный характер. Насколько пьеса носит кантеленный характер, то вот у нас, у гитаристов, тут возникает проблема. Какая проблема? В отрознении от скрипачёв, планчеристов, мы, гитаристы, после сдобывания рука не володаем его протяглостью, активностью, плотностью. И рук одразу глухнет. Что, как мы повинны выйти с этой ситуации? Правильно, молодчина. Да, уже, так сказать, червоной нитью, когда мы про это кажем, что завсёды гитара, она в большей ступени наближена до виолончели, чем до фортепиано. Это значит, что вот мы берем, у нас золотая кнопка сечения, пятая струна сёмала, вот я беру нотку, да, и вот ко мне её протягиваю, что я роблю? Я её влево и потом вниз, да. Для чего это я роблю? Не для самомету, а для того, как створить имитацию объема, реверберации. И вот уже выпускные классы ДМШ треба спробовать это робить. Скажем, вот я беру нотку соли и повел влево, вот так. Бачишь? Я не даю заглухнуть нотки. Вот поспробуйте с опорой сыграть. Не одразу вибрирую, не треба мяукать. Вот взяли. Я вот покачиваю. Вот молодчина. Вот давай поспробуем так. Далее. Thank you.
посоветовался. У меня прикажете, говорится, да? Вот так само важно момент в этой воде. Давайте пофантазируем. Ты в ночи чекаешь своего Ромео, а он под окном. Ты говоришь, Джульетта, выходь. И ты повинна поплыть, полететь. А ты играешь, быцем такой важный, быцем бы, ну не веду, это Джульетта Кульгавая. Да? Сыграть пальчиком П, вот эту с опорой пальчиком П, три нотки, раз, и повибрировать. Играй, играй со мной, что? Ну, давай еще раз, за другим разом. Сначала у нас было, сначала было так, потом почему-то перезвели на... Ну, гармония, одна же гармония, на что ее перекидывать. Ну, глядите сами. И да, есть что-то. Да, да, я... Какие пытания будут? Это непригожая вещь. Дякую. Валерий Сапунович, в отношении апартамента озвучивать глиссанта?
звучащее должно быть. И связанное. Связанное. Ну, что еще? У кого какие? Давайте. Нема. Поднимите руки, кого вы рисуете в старшей группе, кто не рисует. О, почти копий скоро. Вы можете записать мой телефон, сотовый, в академию прийти, будет некие питания, правда. Дякую за увагу.